Ну что же, ребят, пришло время надрать задницы кому-то там, нашим противникам. Погнали тащить их, рвать. Мы, как всегда, в меньшинстве. Зашибись, уже третью игру гоняю. За что зашел в команду, где вообще... Это, блин, многоватый вас. Где зашел в команду, где вообще сливают в сухую, просто 6-0. Просто боты играют какие-то вот за нас. Я, конечно, понимаю, я тоже не подарок, но, блин... Зашибись. Первый раунд в жопу вообще слитый. Так, отрубим-ка мы этот чат гребаный, он меня бесит иногда эти пердуны. Микрофон вообще пердят. Ну что ж, наш тупил долго, в конце концов слился все-таки. Причем, я не понимаю, у него вообще никакой логики не было в его действиях. То есть он не шел за бомбой. Не шел. Бессмысленный. Блях, ты мой гребаный столб, я тебя спилю. Да украду у админов КС. Так, там кто-то сзади что-то ходит. Наверху. Фу. Чуть штаны не наделал. Я уж... Иди ты первый, я не хочу. Вдруг там АВП обоссанное. Это что такое, ребят? Что за балет? Ну кто тут у нас в теремочке живет? Так. Не хочу на центр. Я очкую. Чё, опять кого-то кикают. Блин. Не хочу я сюда идти. Я же знаю, что тут жопа. Со всех сторон отпежит еще. Чпоньк. Никого. Перинст. Тоже никого. Блин, только не прыгай. Тихо. Вы не знаете... Как слезть так, чтобы не было слышно. Шагов. Падла. Бляха, муха. Собака не успел прицелиться. Убейте его, пожалуйста. Один. О, еще один. Такой же, как и я. Блин, ну ребят. Ну че это такое, а? Ну, убейте его на последних секундах, падла! Падла! Ну что происходит? Вот, вот такой же чувак был в прошлом раунде, только тот еще хуже был. Он, короче, вообще ходил, короче, кругами по карте. В конце концов, время вышло, и побежал на них и слился. Я вообще офигел. Думаю, ты чё? Так, ну... Что? Да ничего, блин. Центр открыт. Правильно, чем закрытым, чтобы быть. На центр я не хочу идти. Покрысим. Надо посидеть. Сейчас тут ствол виден. Не знаю. Тоже не хочу тут сидеть. Надо куда-то идти. Может быть на А, где всех раскидали, где кучу мяса. Давайте туда пойдем. Ну, о, слушайте, у нас А-то заняли уже почти, ребятки-то. Или мне кажется. Ну, давайте, может быть, им поможем чуть-чуть. Может быть, вот теребонькнем флешкой. Красавцы, гранатку на всякий случай. Ну так, чтобы это самое. Ой, дымок. Куда дымок? Ну туда дымок. Ой, блин. А, ну я так и хотел, в принципе. Так, что делать? Что делать, ребята? Нас мало. Так, чувак, ты там стой. Правильно. Который слева, ты там стой. Вот, если б не АВП. Давай. О. Раз, кто кого кикает. Пожалуйста, пожалуйста. Валим. Не хочу лишаться калаша. А, да, детка. Я надеюсь, их там всем раздраконило всех там на... взрывом от бомбы. Тихо сиди. Блин, там кто-то был слева. Может, это наш, конечно, но... Фух.
Фу, напугал. Так. Ну все, чё? Вон у нас чувак тащит первый. В отличие от некоторых, да? Куда пойдем? Куда пойдем? Ну, первый раунд взяли. Кто мне стреляет? Это кто? Какой-то я не успел прочитать. Ладно, пофиг. Так, бомба опять на. Ну, я думаю, ей надо помочь. А, я знаю, как... Нет, я не знаю, как ей помочь. Я знаю, сейчас мы поможем ей. Или ей уже никак не помочь. Сейчас опять, блин, отпежит нас этих всех тут. Красавчик. Осталось сделать вот так. Я говорю, прокиды не знаю на этой карте. Так что... Падла, смотри какая, а. Сволота. Я даже... Блин. Как тебя не ослепило, еб... Опять все слились. Ну что же, мне так все не везет. Но я понимаю, я не тачер, ребят. 6-5, мне тоже не прет. Ну блин, 0-6 играют. 0-3, 0-3, 1-6, 2-6, 3-6. Ну дальше более-менее. Ну блин, ну ее... Я не знаю, что делать. Выйти искать... Кто на ММ? Че он написал? Беркут или Биг Стар? Зачем тебе это надо? Зачем кто ММ на Беркут? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я слил свое звание, когда не играл несколько месяцев. Так что... Так что так, слушай, не получается у нас с тобой поиграть. Слушайте, хороший дым, однако. Как мне показалось. А у меня что ли бомба? Ой-о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 й, какая жопа-то. Тебя ВП давай, теребонь. А вы что, издеваетесь, что ли? Уйди отсюда нахрен, чё тут встал? Блин, ну... Так, надо рвать чё? Рашить надо, рашить! Ребята, рашить, надо сейчас попробовать. Если средства позволят. 3-5 позволят, ну допустим. Погнали. Ну блин, ну с ВП сидят крысят, какой там рашить? Хоба. Ну, твари умные, а. Чё сделали? Дым кинули, падлы. Может быть, это и хорошо. Флэшбэк. Блин, я аж испугался. Думал, одного не убил. Ёб твою. Мочи, урода! Мочи, гад! Вы чё, ребят, заснули? Соснули, заснули. Нет, заснули, они соснули. Ну, заходим. Ну, чё такое, ребят? Чё так... Мельник, кто тут наш? Выходим, выходим, выходим. Это чё, граната? Граната, мне казалось, выпала. Ой-ой-ой, куда меня занесло? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Спокойно. Тихо-тихо-тихо. Не хочу, не успел. Падла, как ты это сделал? Ну-ка еще раз, давайте тебя посмотрим. Я вроде уже за угол забежал. На рандоме, что ли? А, все. Ну, я ж говорю, надрашит, ребят. Прям дико залетать, дико. Дичайшим. Прям шпили вылить. Ну, сейчас, по сути, надо на Б уже идти. Я не знаю, куда большинство пойдет. Сейчас также запежим, попробуем. Так, теребоньк. Так, что дальше? Кому кинул флешку? Сам не знаю. Чья кровь? Артериального давления. Так, тут стоит. Это что такое вообще там сидит? Да погоди ты, блин.
Чё это там сидит вообще? Кто это был там, а вайпер? А чё он там сидит, завис, что ли? Он там до сих пор сидит. Раздраконили мужчи. Кто палится в ВП, а? Как же они бесят, эти ваперы. И хрен бомбу. А, подожди, он один остался. О, добный ВП. Просто сидят, срут там на свои ВП. Слов нет других. Просто вот. Обычно те, кто тащит, им скучно, они прям рашат, теребонят нас вообще дико. Так, бомба куда-то, не знаю, куда, вроде к нам собралась. Чё, по старой схеме, ё-моё. Так. Молодцы. Падла тупая, чё ты делаешь? Кто тут? Тихо. Заходим. Подожди. Падла, увидел меня. Так. Раз. Слева там наши шпигуют их тоже. Блин. Тихо, иди, иди. А бомба-то? Блин, слушайте. Чё, бомбу не получается взять или чё-то? А, понял. Всё, наконец. Я его на себя отвлёк просто. Не, я, конечно, понимаю, я тоже не захожу сразу, но... Когда я уже там, это значит, что ко мне можно прийти, ребят, поближе ко мне. То есть... Вот сейчас могут они рашить. Не, он такое чувство. Я говорю же. Они что-то обоссались, наверное, да? Мы их тащить начали. Что ты делаешь? Надо вот так вот, раз. Хотя тоже от моей флешки толку вообще. Так, вот. Красава! Это кто кинул? Красавчик, чувак, вообще вылетел дико. Так, залетаем. Так. Кого что? Чё, поставили что? А, на Б. Слушайте, красавцы. Блин, ну... Офигеть. А чё, убежали-то все? Точно никого там нет. Вот, молодцы, ребят, молодцы, говорю. Вот один какой-то чувак. Просто я заработал достижение. Вылетел прямо вот сюда, начал рашить. Где он? Вот этот, наверное, слился. Не знаю, какой-то из них, короче. Так, чё сейчас? Ну, сейчас на уже не вариант, в принципе, ходить. То есть они уже, видите, потихоньку начинают даже наши рашить. Но мы не будем убирать флешку. Блин, красавчик. Ой, 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 ой. Может сделать как-нибудь. Так, с ножа захотел. Фу, я шучканул. Надо как-то резко черебонька. Вот сволочь какая. Давай, давай. Тихо. А ты куда ты ушел, засранец? Я ж тебя почти хотел в спину наяривать. Тихо. Так. Один на базе. Он скорее всего...
Да, это он и есть, наверное, который круги навернул. Давай, ставь бомбу, что ты тут. Фу, капец какой-то. Че, опять на? Ну давай. Кто ММ на Беркута? Че у нас за ММ это самое? Гранату на всякий для... Куда я ее кинул, правда? Куда-то на... На бункер. Блин, гребаные... Патроны кончились. Ну ладно, нормально. Тридцатка это хорошо. Это не то, что у эмки. А, погнали. Вот с АВП вообще рашит, чувак. Кто тут ходит? Тут мне показалось или кто-то? Кто тебя там беспокоит? Кто его палит? А валпер какой-то. А где бомба-то? Блин, какого хрена она на центре? Или в какой-то жопе, я не знаю, где она даже. Ну, судя по всему, на центре. Вот твари. Ироды. Тихо, не паниковать, спокойно. Запаниковал. Блин, вот того чувака я... А кого кикают? Кул. 0.8. Я не люблю кикать, но 0.8 это, конечно... Я понимаю, чувак, тебе не везет, но... Ну ладно. Блин, я их F1 вроде нажал. Может кикнуть еще раз. Ну, может быть, кого-нибудь другого к нам подселят. Ну, в принципе, шанс есть. Блин, бомба, красавчик. Чё, она зависла, что ли? Блин, 1.08, другой. А кто такой Гарри это вообще? 5.10 он. Ну ладно. АФК, походу. Ладно, в любом случае, игра напряженная, классная. Ну, сейчас, по сути, на Б надо бежать. Я вот отвечаю вам. Просто они нас не ждут наверняка на Б. Там по-любому один какой-нибудь снайпер обоссанный сидит. Мы бы залетели туда, просто порвали их. Я вот почему-то в этом уверен. Это кто так дым кинул? Ну, в принципе, нормально. Я и хотел сказать, что нормально. Ааа, что-то там летит. Черебонькс. Ой, чувак, извини, я тебе шлепу кинул. Это свои, да? Вау-вау-вау-вау-вау, тихо. Так кто меня с маком кинул? Кто-то чужой, походу, раз урон нанес. Зашибись вообще. Сзади еще обходят с респы. Чуваки сзади обходят с респы. Хрен ли сидим тут? Нет, извини, ослепил тебя. Не думал, что сюда... А, слушай, а сзади кто-то там... А кто-то кого-то там в спину нафигачил. Ну чё, на Б? Куда? А все, решающий раунд. А, вон оттуда смог тоже можно кидать. Вот этот чувак, где кинул, который... Ауч! Кому в хэд засадили? Надеюсь, не нашим. Красавчик. С ССГ. Ой, с этого. Я забыл, как эта штука называется. Так, ребят, самое... Чё это вообще было, блин? Мы его вдвоём не смогли гвоздакать. Так, стоп, в любом случае надо за бомбой идти. Потому что у нас этот чувак все-таки на АФК. Или я не знаю, кто тут АФК. Два чувака АФК. Слушайте, может на Б перетянуться? Или все-таки... Ба... Что я сделал? Нафига я это сделал?
Зажал как... Блин, как с пулемета вообще. Во. А, блин, это нашего типа кукнули. Эх, жалко, жалко. Что тут такое происходит? Кого-то ослепили. Эх, помониторить бы ему чуть-чуть. Прямо хотелось бы. Вот, давай, иди, иди к нему. О, нет. Отлично. Ой, дур, давай, на, быстро, блин, нет. На, бегом ставить бомбу. Эх. Слушай, у него все шансы были, если бы он не так медленно шел. Ну, кто знает. Так, пожалуйста. О, нет. Блин. Обидно. Хоть бы у мистера Дика интернет вылетел. Блин, ну ладно. Ладно, спасибо за просмотр. Кто делал? Случайно я слился. Да, если бы я не слился, мы полябамбу бы затащили. Да. В начале что-то, в конце точнее, тупанул что-то. Ну ладно, посмотрим. Всем пока.